Вот этот коаксиальный дымоход опасен для вашей жизни. Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Коменбай. Я сейчас нахожусь в гостинице. Проснулся я не от будильника, а проснулся я от того, что был неприятный запах помещения. Я живу вот в этом номере. От окна расстояние до трубы 2 метра. И это вот показательный объект для того, чтобы я вам показал, как газы выходят. Вот сейчас вот газы выходят из дымохода, и они стремятся в окно. Это очень опасно, это опасно для жизни. И не делайте так. Выводите, если у вас есть возможность, чтобы не было окна нигде рядом. Не было окна. Если у вас окно есть, если вы попали в такую ситуацию, то выводите вверх. Ведите дымоход вверх по фасаду. У вас не будет проблем. Вот это вот опасно. Посмотрите, сейчас он поднимается вверх. Газы, то есть здесь, если вы обратите внимание, участок. Видите, сырость, плесень появилась. Плесень появилась на фасаде. Именно вот в этом месте. По дому дальше, вот если я посмотрю, разверну, ее нету. Дом чистый, аккуратный. Вот этот вот пар, который выходит из дымохода и ложится на стенки фасада, появляется плесень. То есть разрушается строительный материал. Если вам продали, если вы купили коаксиальный дымоход, не считайте о том, что его надо установить. Его, как правило, продают просто для комплектации. И теперь я знаю, что я здесь окно ни в коем случае не открою. С вами был Дмитрий Михайлов, Коменбай. Монтируйте дымоходы правильно. Всем хорошего настроения. Пока.